Денег стало больше. Бюджет Ульяновской области увеличился на 1,5 миллиарда рублей. Как на эту сумму создать больше благ для жителей региона, вчера решали депутаты законодательного собрания на заседании бюджетного комитета. В планах улучшить работу в самых проблемных точках нашей области. Наказов избирателей много, выяснить, какие нужды важнее, непросто. По информации Минфина, бюджет региона 2019 года увеличен на 1,5 миллиарда рублей за счет роста налоговых, неналоговых доходов и перераспределения средств внутри отраслей. Сегодня на заседании комитета по бюджету и экономической политике мы будем рассматривать изменения в бюджет, увеличение его расходной части порядка на 1,5 миллиарда рублей. Это важные расходы. Первое – это практически 500 миллионов мер социальной защиты и поддержки жителей нашего региона. И оставшиеся денежные средства на такие важные вопросы, как решение вопроса водоснабжения, подготовка к отопительному сезону, расходы на здравоохранение, расходы на ремонт социальных учреждений, в том числе и сельских школ. В зоне внимания депутатов все то, что, по выражению Александра Чепухина, накопилось, и все то, что можно еще успеть сделать до конца 2019 года. Многие поправки были внесены после того, как губернатор Сергей Морозов провел встречи с представителями парламентских фракций. Почти 400 миллионов рублей выделено региональному министерству образования и науки. Для Министерства промышленности и транспорта предусмотрено дополнительное финансирование в объеме 33 миллионов рублей. Около 36 миллионов получит Министерство строительства и архитектуры. На 170 миллионов рублей вырастет отраслевой бюджет Министерства ЖКХ. Расходы регионального Министерства здравоохранения увеличатся на 150,2 миллиона рублей. Еще 80 для отрасли культуры. На первоочередные социально значимые расходы это 1,127,2 миллиона рублей. Из них на выплату заработной платы 485,9 миллионов, на меры соцподдержки 476,5 миллионов рублей. Также на оплату исполнительных листов Министерства здравоохранения 114,8, а в целом по Министерству здравоохранения 150 миллионов. И муниципальное образование 50 миллионов тоже на погашение издоскую задолженности во внебюджетные фонды. По итогам заседания депутаты приняли решение одобрить законопроект и вынести его на ближайшее заседание законодательного собрания, намеченное на 24 июля.